Вот и сбросил все свои листья орех пекан. И только теперь я увидела, сколько же там орехов. Но так жалко, что эти орехи все-таки не созревают до той спелости, когда их нужно собирать. Огромное количество. Значит, параллель Кишинева не подходит для полного развития орехов на этом дереве. Листьев очень много. Там, где они мешают ходить на дорожках, я все убрала. А те листья, что упали на растения, я оставлю до весны. Пусть сохраняют покой моих хост, засыпает мой сад, осыпанный листьями ореха пекан. Но заметила, что не только мне нравится мой орех своей мощью, но и птицы прилетают, берут эти орехи и лакомятся. Да, там тоже есть ядрышко. Приятно наблюдать и за падением листьев, и за работой птиц. Природа очень интересно дарит нам не только красоту, но и здоровье. Молдова, Екатерина, всего самого доброго!